Գասեք ինչ է նշանակում Ալիևը մեր մարդն է արտահայտությունը. Вы знакомы с последним выступлением президента Белоруссии в ОДКБ? Скажите, что означает выражение «Алиев – наш человек»? Александр Григорьевич, он миротворец, по сути, миротворец. И, конечно, он пытается всем угодить. И сегодня ему, как президенту Белоруссии, как члену ОДКБ, как человеку, который по-настоящему на постсоветском пространстве дружит со всеми руководителями, это правда, я это знаю, сегодня сказанное в контексте, наверное, аудитории азербайджанской, это правильно. А для армянской аудитории эта ситуация не очень понятна. Поэтому я тоже не могу в эту ситуацию пояснить. Мне кажется, он пытался сказать... Для что мы... российской аудитории. Для российской аудитории? Да. Ну, я думаю, был сделан приоритет в сторону Азербайджана.